Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать про нашу историю судов с ИПЛАМИ за прием платежей. В общем-то, мы неделю назад получили письмо из Конституционного суда. Значит, все печально, везде отказы. Суть нашего иска заключалась в том, что мы были не согласны с тем, что с определенного момента у нас Apple перестала принимать платежи картой МИР, при этом MasterCard и Visa ушли по понятным причинам из страны. И наша позиция была основана на том, что у меня достаточно большое количество устройств, в собственности, которые я пользую от компании Apple. Соответственно, у них при вводе данных карточки платежной идет отсечка. Карта МИР вообще, в принципе, не принимается никакая. То есть, они не считают карту МИР платежным средством. Почему это так? Видимо, все те же самые причины, почему Visa и MasterCard от нас ушли. Вместе с тем, когда потребитель соглашается с условием покупки и акцептует эту покупку, нажав кнопку, он фактически уже заключает договор купли-продажи, и предъявляя средства платежа, принятые в Российской Федерации, соответственно, готов оплатить. А непринятие карты МИР, на наш взгляд, является ничем иным, как злоупотреблением права. То есть они отказываются от совершения сделки, уже заключенной. Вот, не принимая платежи карты МИР, а других карт в Российской Федерации не предвидится. Значит, мы прошли первую инстанцию. Первая инстанция нам сказала, что Apple Pay является бесплатной услугой. Соответственно, ее отключение не приводит никаким негативным последствиям для пользователя. Второй инстанции мы задали вопрос: у меня 8 устройств, всего одно из них имеет функцию Apple Pay. Что с остальными? Вот я хочу купить своего ноута программное обеспечение. И при введении данных пластиковой карточки лаптоп говорит, что у меня невалидная карта. При этом я тут же могу пойти и купить что-то в магазине, но в магазине плов я не могу купить с помощью этой карты. Но у нас правосудие наше имеет колониальные признаки и, в принципе, колониальное мышление. Они решили, что все окей, все нормально, вот Apple Pay же у вас на телефоне не работает, а остальные 7 устройств, в принципе, то же самое. И таким образом все это прошло, все 4 инстанции. Естественно, поскольку такое кривое правоприменительное происходит событие, мы обратились в Конституционный суд. Но Конституционный суд тоже кратенько нам написал, что все окей. Статья 10 у нас позволяет восстанавливать права, но почему-то не вам и держитесь. Определение мы прочитали заранее. Спамер звонит. Соответственно, полученное письмо от Конституционного суда мы так и не распечатывали, потому что незачем весь этот хлам перечитывать. Поэтому, что я могу сказать по итогам данных судебных общений. Карта МИР свободна к хождению в Российской Федерации, в Республике Вьетнам и по последним событиям в Мьянме. Соответственно, пользуйтесь счастливо картой МИР. У нас наши великие государственные деятели никоим образом не занимаются развитием географии карты МИР
И, в общем-то, никакой Union Pay к нам не придет по тем же самым причинам, поскольку они боятся санкций в отношении их банковской системы. Так что карта МИР у нас продолжит оставаться популярной только в России, и, в принципе, пользоваться ей можно будет свободно только в России практически. К чему это приводит? Это приведет к тому, что россияне будут ездить по заграницам, если будут ездить, конечно, с достаточно большой суммой наличности, либо с картами Узбекистана. Если они будут ездить с достаточно большой суммой наличности, естественно, они станут приоритетной целью для совершения грабежей в отношении них, поскольку, все русские с деньгами, надо их грабить. Соответственно, над этим никто не думает, и, я так понимаю, думать не собирается. У нас полно ура-патриотов, которые по факту что-либо делать абсолютно не готовы, и каким-либо образом разрешать данную ситуацию никто не собирается. Google, Apple, Microsoft, все они игнорируют платежи картой МИР. Поэтому привет всем очень большой. А на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.